Башкортостан вошел в топ-5 регионов Приволжского федерального округа, где труднее всего устроиться на работу. Результаты собственного исследования приводит сервис по поиску работы HeadHunter. Так, сложнее всего в ПФО приходится соискателям Самарской области. В апреле количество активных резюме на одну вакансию достигло 9,2. Это почти в два раза превышает норму для рынка труда, считают эксперты HeadHunter. Далее идет Татарстан с показателем 8,5. На третьем месте Оренбургская область. Там количество резюме на одну вакансию 8,3. На четвертом месте Башкортостан с показателем 7,3. Замыкает пятерку Саратовская область. Количество резюме на вакансию 7. Средняя ожидаемая заработная плата в 5 регионах колеблется от 37 до 41 тысячи рублей. А вот по факту она на 5-10% ниже того, чего хотят получать соискатели. Средняя предлагаемая заработная плата в Башкортостане составляет 39 637 рублей. Но вот самая низкая конкуренция среди соискателей республики наблюдается в медицине и фармацевтике. Всего одно резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците кадров. Также почти отсутствует конкуренция в консультировании – 1,2. Инсталляции и сервисе – тоже 1,2. Страхование – 1,8. А вот в строительстве среди рабочего и домашнего персонала показатели выше, отмечают аналитики.